Всем привет! Всем привет! Сегодня гуляем по привозу в Симферополе. Хотим взять виноград и какие-нибудь, может быть, овощи местные. И заодно убить время, пока ждем Аленку из Ротейка. Виноград хотим взять. Я вот перчик острый хочу взять. Может быть, получится. Какие-нибудь еще фрукты, овощи. Теперь у нас машина требует определенных перестановок в укладке вещей. Купили розовые помидоры по 50. Я себе купил пекинскую капусту, яблоки несколько сортов повезем. Перчик взяли сладенький, будем на мангале готовить. Или для салатов. Для салатов, да? Для салатов, да. Это вот для салат. Таня не хочет, чтобы на мангале готовили. Помидоров взяли много сразу. 4 кг, 200 рублей, розовенькие, один к одному. Это я вот коллегам взял, а это будем дома есть. Виноград взяли несколько кисточек, потому что не факт, что мы его довезем. Вот сегодня-завтра мы еще будем ехать и по чуть-чуть его покушаем. Взяли один черный, один белый. Все вместе вышло меньше, чем у нас в Сочи по стоимости. Намного. Помидорочки по 50 меня больше всего удивили. Перчик по 50. Капусточку взяли КГ по 100. Вот эти яблочки синап взяли по 70. Что еще? Вот эти вот яблоки тоже были у нас по 50. Ну и виноградик взяли по 75 и 75. Вообще детские цены.